этом видео я хочу вам показать, как живут люди в Польше. Вот это вот кровать. А вот это светильник, он светится ночью. Но сейчас не ночью, жалко. Тут еще есть полочки и диван. А вот это тут еще одна комната, тоже кровать, очень мягкая. Тут диван и кресло. А вот это душ. Ванная, душ, что такое? А, кстати, вот это зеркало. Тут нажимаешь кнопку, и это зеркало светится. Показать вам? Вот, смотрите, светится отражение. Отражение и свет. Видите? Вот так круто. А это кухня. Тут есть два дивана. Вот они. Это первый диван, и вот второй. И, кстати, тут еще есть второй этаж. Вот он. Сейчас я подойду и вам покажу. Вот это вот он, второй этаж. Стрём, это ты? Да. Скажи, всем привет. Привет. Да, вот это второй этаж. Круто, конечно, делал. Но он еще не доделанный. Очень жалко. А вот тут сок набирают. Воду. Ну, разную воду, сок или еще там что-то. И, кстати, хотела я вам показать. Смотрите, вот кран, да, кран. И вот, например, я вот таким вот кручу, смотрите, он тянется. И он тянется обратно. Ты еще знаете? Так, нажимаешь эту кнопку, и идет вот такой. Потом нажимаешь другую кнопку, и идет такая стрёмная вода. Ну, все по-разному. А сейчас я вам покажу улицу. Там пшеница, ну все такое. А вот это вот пшеница. Ее тут много. Кстати, а это тот самый дом. Небольшой, не маленький. А кстати, ребята, возле дома, мы когда сюда приехали, нашли, увидели оленя и зайца сразу. А еще, когда мы приехали, мы сначала нашли дом, пока ключи нашли. А потом нам нужно было отключить сирену. А мама, оказывается, вела не тот год. И начала сирена сиреть. Хорошо, что за нами пшеница не приехала. А вот это пшеница возле дома. Это, я вам говорила, второй этаж, но он не доделанный. До новых встреч. Пока, ребята. До следующих видео.